В комнате маленькой девочки стоял обычный советский шкаф, внутри которого на задней стенке прикреплено зеркало. Девочка была очень смелой и любила пощекотать себе нервы различными страшными рассказами и фильмами ужасов. Однажды, прочитав мистическую статью в интернете, она решила посмотреть в зеркало в полночь. Девочка очень часто смотрела в это зеркало днем, и поэтому ей было совсем не страшно. Как только пробило 12, девочка зажгла свечу, открыла шкаф и стала смотреть свое отражение. Она была очень удивлена игрой светотени. В зеркале она выглядела, как будто у нее пустые бездонные глазницы и огромный рот. Кроме того, отражение оказалось очень реалистичным и объемным. Полюбовавшись этим зрелищем несколько минут, девочка резко закрыла шкаф и с ужасным криком побежала в ванную, включила в ней свет и закрыла дверь. Тяжело вздыхая и всхлипывая, девочка вспомнила, что накануне родители убрали из шкафа зеркало.